Всем привет! Автомобиль Nissan Sunny 2003 года выпуска, двигатель QG15, то есть 1,5-литровый, кузов FB15. Буду я сейчас менять топливный фильтр. Топливный фильтр в данной модели находится рядом с бензонасосом в баке. Вот такой он топливный фильтр. Купили его буквально вчера, декабрь 2018. Вот видите, цена его 1700 рублей. Корпус пластиковый, внутри бумажный фильтрующий элемент. Вот он. Значит, здесь я что вижу? Сюда обязательно подача будет вставляться вовнутрь. Вот в эту штуку, вот сюда вовнутрь вставляется насос. А вот здесь вот, вставляется регулятор давления топлива. Ну, сейчас все увидите. Открываем задние двери. Переходим в салон. Так, надо лампочку примостить. Вскрываем сиденье заднее под коридором. Должно крышка, лючок. Так. Там он есть. Просто так не выдернешь. Вот видите. Вот такой. Тянешь сюда. Это замочек. Тянешь и вверх поднимаешь сиденье. И с той стороны надо сделать то же самое. Нет, с той стороны подойти невозможно. Опа. Поэтому здесь снимаю. Вот видите, такой же крючочек. Ну и вытащить надо сам диван задний. Здесь под диваном появилась вот такая крышка металлическая, которая крепится на три защелки пластиковые. Раньше в старых моделях здесь болты были, штук по 8. Вот так. Нормально. Не, по 8, вру. По 4 штуки, ну, болты. Или саморезы. А сейчас, видите, приходится все на пластиках. Ну, может, это и к лучшему. Во-первых, машина легче становится, удешевляет ее. Видите, сколько грязи. Вот эту грязь надо убрать, а то может попасть в бак. Это я думаю, чтобы в салон не полетело. Основную сдул, теперь подчищаю. Здесь 6 болтиков на 8. Раз, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Так, нужно снять разъем, который уровень топлива меряет и подключает бензонасос. Вот так вот. Сняли сторонку. Отложили, теперь нужно разъем. Разъем, тут видите, вот эти разъемы терпеть не могу. Лучше гайка была. Хотя вроде как снимается. Легко должен сниматься. Не очень-то легко. Видите, грязь. Может быть, мешает сжаться этому пластику. Сейчас бы была гайка, легко открутил бы и все. Ну, даже если напрягся. А тут еще боишься, что вот эту пипку сломаешь. Вот видите, вот эти вот сжимал. Вот так. Утиками согнутыми. Вот так вот сжимал. Отсюда отверткой толкал. Короче, такая хрень, блин. Больше всего, что боялся сбить пальцы. Вот видите, сбил как раз их. Резко сорвалась она и сбил пальцы. Что на правой руке, что на левой руке. Ох, блин.
Вот видите что. А, в перчатках надо делать, да, сейчас скажете? Ну да, согласен. Эти острые края. Здесь вот все пластиковое. Сейчас откручиваем вот эти 6 болтов. Все, болты откручены. Снимаем вот эту верхнюю шайбу большую, которая держит аккуратно в сторонку. И вытаскиваем сам весь блок, который с насосом и с фильтром. Вот такой вот он из себя. Вот такой вот. Видите? Пусть сольется топливо. Все, вроде бы топливо слилось. Аккуратно, поплавок не повредить. Вытаскиваем на улицу. Насос вытащен. Сейчас лежит у меня на верстаке. Попробуем его разобрать. Вот это фильтр, который нам нужно поменять. Там внутри фильтра насос. Разбирая насос вот этот, я даже не знал. Ну, примерно знал, как тут он из себя устроен. Вот эти вот все пластики. Кстати, вот они не защелкнуты. С одной стороны, с другой стороны. Хоп, хоп. И должно пойти все это дело вверх. Но почему-то не идет, не очень-то. Ну-ка, попробуем отверточкой. Надо широкую отвертку. Вот такую, чтобы двинуть. Да? Идет не очень там, потому что эта верхняя крышка через резинку входит в фильтр. Поэтому надо вот так подшевеливать. Видите? Раз. Вот она. Вот в эту часть, вот она резинка, входит в эту часть, и за счет этого жестко шла. А вот это регулятор давления топлива, про который я вам говорил. Сейчас я фильтр новый покажу. Вот он, новый фильтр, вот он. И вот сюда вставляется регулятор. Вот, обращаю внимание на него. Бензин бежит, надо периодически протирать. Все не выбежало. Вроде стекло. Попробую сейчас слить еще раз. Вроде бы слил. Теперь снимаем разъем. Вот этот разъем черный, он питает бензонасос. Его надо снять, потому что бензонасос придется вытаскивать. Все, верхняя часть отделена. Вот такая вот она. Красивая, вместе с поплавком, с проводами. Все, я ее отделил, в сторонку положил. Теперь нам нужно извлечь из этого фильтра бензонасос. Я думаю, что это должно как-то произойти вот так. Сначала вот этот фильтрующий элемент вытащить. Сначала не вытащить, сначала все-таки расщелкнуть. Вот он, фильтрующий элемент сразу оказался на месте. Бензонасос должны выдавить отсюда. Оп. Вот так вот выдавили. Тут резиночка, не забываем про нее. Вставляем в новый фильтр бензонасос сразу. Почему мы меняем фильтр-то? Значит, подозрение на то, что вот видите, отвлекусь опять. Бензонасос вставил вовнутрь нового фильтра. На самом бензонасосе уплотнительная резинка. Она вошла, и все, бензонасос прямо на этой уплотнительной резинке держится. Почему мы стали менять фильтр? Потому что было подозрение, что фильтр забитый. Вот этот фильтр забитый. И из него плохо пропускает топливо. Поэтому у машины загорелся чек, нехватка топлива показала. Ну, тут кроме фильтра еще есть вот такой вот регулятор. Опять я слил. Льется, зараза, из него. Самое противное. Снимаем регулятор. Вот эта скобочка, она типа как пружина, она держала наш регулятор. На нем также резинка.
Все, фильтр я освободил. Старый фильтр нам больше не нужен. Вставляем в новый фильтр регулятор с резиночкой. Все, регулятор встал на место. Теперь одеваем на место. Если пришлось бензонасос вытащить и одеть вот эту скобку, потому что он мешался. Вот эта резинка, про которую я говорил. Вот она. Вставляем на место. Так, теперь это у нас вот эта часть, регулятор. Из фильтра в него тоже давит давление. И когда там мембрана открывается, вот этот вот патрубок, он является перепускным. И для чего вот это сделано? Для того, чтобы пена не поднималась от бензина, когда он льется сюда. Для того вот такие вот конструкции. Так, пытаемся вставить на место нижнюю часть. Ага, нижнюю часть. Сначала надо вставить резинку с фильтром грубой очистки. Так, не могу понять, что за хрень. Вот так она должна быть. Во. Укладываем фильтр голубой очистки и одеваем на бензонасос. Тут по-другому ну никак не соберешь. Все, фильтр. То есть одевается вот эта нижняя, как бы, корпус пластиковый на фильтр, одевается вместе с фильтром грубой очистки и там резиновый амортизатор. Теперь одеваем верхнюю часть. Естественно, сначала примеряемся. Одеваем на место разъем. И вставляем. Стараемся. Опа! Вот эти вот впазы надо, чтобы пошли. Вот видите. Все. Все встало на место. Закрепилось. Здесь вот защелочки. Почему-то только они как-то далековато. Может быть, фильтр на несколько миллиметров тоньше. Но тем не менее, все собрано. Теперь надо вставить все на место. Вставляем фильтр на место в наш автомобиль, в бак автомобиля. Вот видите, я сначала завел поплавок, а потом сам насос. Примерно вот в это место он становится. Не примерно, а точно в это. Видите, прям стало как влитое. Вот. Одеваем шайбочку. Можно, конечно, все это было помыть, но кому хочется, мойте. А я думаю, что и так все будет работать. Все встало. Поставил на 10 ньютон. Заворачиваю. Одеваю на место шланг. Затолкал только вот этими утиками изогнутыми. Не хотела от руки заходить. Я говорю, терпеть не могу эти разъемы. И они, видимо, меня тоже. Все, одеваем на место разъем электрический. Одеваем на место или ставим на место крышку.
обязательно вот эту резиновую штучку, переходник провода, установил тоже на место. Заворачиваю пластиковые держатели. Все одноразовое, вот это дело, все одноразовое. Поэтому мне не нравится. Ну что, надо попробовать завести автомобиль. Не накачал еще. Вот видите, с первого раза он завелся плохо, потому что, видимо, насос качает не очень. Ну и пока там заполнил фильтр, заполнил всю систему. Ну, со второго, с третьего раза все-таки завелась. Все, фильтр поменен. Теперь ставим на место сиденье. Все, можно ехать. Ну, я думаю, что вот здесь болезнь не совсем вылечили. Тут еще и слабоват насос. Все, всем пока. Смена насоса в другом видео. Пробная поездка. После замены фильтра. Ну и еще я ставил подогреватель двигателя. После установки подогревателя двигателя, вот здесь у меня чек горел. А когда я установил подогреватель, то двигатель стал теплым заводиться. И чек погас сразу же. Вот так вот. То есть нехватка топлива налицо в зимний период. Машина чувствует себя нормально, надо сказать. Вернемся еще раз к нашему бензиновому фильтру, который стоял в баке. И посмотрите, что в нем. Вот эта вся грязь черная, это все вытекло из него. Когда он менялся, неизвестно. Скорее всего, вот видите, скорее всего, там грязи неимоверно. Может быть, насмелюсь, распилю. Ну, ее и так видно, эту грязь. Вот она. Ну все, всем пока. Меняйте фильтр, а то ваша машина будет ездить очень и очень нехорошо. Будут загораться чеки, будет она дергаться и тому подобное.